Сургуте открылся второй фермерский островок. Он расположился в одном из сетевых магазинов торгового центра «Союз». Так, в новой точке жители и гости города смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей. К слову, все, что сможет найти покупатель, на полках вырастили, собрали и законсервировали в Югре. А именно свежие салаты, ягоды, орехи, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса, рыбы и дикоросов. Напомню, что первый фермерский островок открылся по улице Лермонтова, 9А, в ноябре этого года. В скором времени на прилавках магазинов планируют добавить товары от производителей, работающих в труднодоступных населенных пунктах нашего округа.